6 января 2021 года сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования от площади Александра Невского в сторону Невского проспекта, обратили внимание на автомобиль Kia Rio. Полицейские попытались остановить машину для проверки документов, однако водитель требования не выполнил и попытался скрыться, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД организовали преследование. Инспекторы потребовали водителя остановиться для проверки документов, однако тот попытался скрыться. Во время преследования полицейские открыли огонь из табельного оружия в районе Тучково места. Впоследствии на перекрестке Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова лихач влетел в препятствие. После аварии мужчина 22 лет был доставлен в медучреждение, откуда после оказания необходимой помощи его отпустили. В отношении водителя иномарки составили сразу несколько административных протоколов. Отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречку, езда на красный, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Василеостровский, понял, Киарева. Серый. Номер 080, идем сейчас к Биржевому мосту. Биржевой, пошли в прямом идем. Готовь стул. В прямом идем из Костровского. Сейчас будем применять оружие. Останавливайся, будем стрелять. Давай, Тёма, давай. Сначала вверх. Применяем оружие. Останавливайся. Дай по колесам. Петроградку. Здесь стреляют. Сейчас. Давай в колеса. Давай еще. Применили оружие. Пробили. Все, столкновение совершил. Там 195-й, они...